Это не только я добился этого, это мы вместе с громадой мы сформировали четкий план, четкую стратегию развития города Мариуполя. И в рамках вот стратегических векторов мы двигаемся вперед. И я считаю, заслуга вот тех высоких показателей, которые сегодня занял город Мариуполь. Из 24 городов областных мы занимаем 6-ю позицию. Мы за год улучшили свои показатели ровно на 2 пункта. Мы с 8-й позиции переместились на 6-ю позицию. Это благодаря проекту, который мы назвали «Новый муниципалитет», который направлен на открытость и доступность власти. Мы максимально показывали, насколько сегодня может быть открытая власть. Мы внедрили единственный ЦНАП в Донецкой области, который мы открыли в городе Мариуполе. Мы сегодня максимально показываем открытый бюджет города Мариуполя. Мы внедрили, на мой взгляд, уникальный продукт для всей Украины. Это провели коммунальную реформу. И за буквально полгода ушедшего 2016 года создали более 300 УСМД. Мы достаточно серьезно поработали в направлении транспорта, и это отражено сегодня в тех результатах. То есть транспортная реформа и запала и в душу, и в сердце каждого мариупольца. Но еще раз хотелось бы подчеркнуть, что есть четкий план в каждом направлении. И в медицине, и в образовании, и в культуре, и в спорте. И если посмотреть на платформу, по каким показателям все-таки оценивали город Мариуполь, это были 22 показателя, и ровно по 50% этих показателей, по 11 Мариуполь поднялся. Точно держать нужно планку, точно нужно будет расти в этих же направлениях, в которых мы уже укрепились. То, что вижу, где мы должны сегодня укрепляться, это в направлении образования. Мы наметили цель передислоцировать вузы донецкие, которые характерны были для города Донецка. Это медицинский вуз, который мы открыли в конце ушедшего уже 2016 года. Мы также запланировали открыть институт управления. И вот уже он буквально на выходе. Мы также запланировали открыть юридический университет, который в структуре МВД. Что мы этим хотим достичь? Первое, что бы очень хотелось, чтобы у мариупольской молодежи появилось право выбора. Чтобы они могли выбирать профессию тем металлургическим вузам, машиностроительным и порту можно было выбрать другую профессию. И мы для этого сегодня делаем максимальные усилия, и хотелось бы удержать молодежь, чтобы она сегодня связывала свое будущее с городом Мариуполем. Я думаю, и в других направлениях мы также будем укрепляться, в направлении культуры, в направлении спорта, в направлении медицины. Мы сегодня делаем тоже очень уверенные шаги. Я вижу это отдельное направление, как кластерной медицины. С учетом того, что мы открываем вуз, мы планируем развивать целые кластерные направления. И благодаря поддержке МОЗ 4 клинические больницы города Мариуполя уже заработали. И на базе их мы уже планируем развивать уже и материально-техническую базу, чтобы на базе вуза получать не только теоретические знания, но можно было уже в больнице получить практический опыт и сформировать уверенных в себе и качественных профессиональных врачей.